Привет! Всем привет, дорогие наши друзья и зрители нашего канала Step Family. Сегодня у Даши день рождения. Ну, вернее, не сегодня, а было вчера. Да. И сегодня мы отмечаем. Вчера мы работали. К нам в гости пришла Дашина подружка Вероника. Знакомьтесь. Да. Ну, подожди. Ты желание-то загадала? Давайте все вместе. Паша, помогай. Давайте все вместе. Давай на три. Подожди. Так не пойдет. Нет, нет, нет. Так, давай на три все вместе. Вы дунете и задуете. Да, а то Паша получается. А то Паша получается один как-то. Даша загадала же? Ай! Ой. Она поломалась. Простите. Ну, Даша, загадывай желание. У нас все не как обычно. Загадывай желание. А еще три. Раз, два, три. Во, вот это другое дело. Задула. Ну, все. Ура! Так, давайте приступать. Это моя. Так, свечку. Даша, свечка несъедобная, мы ее лучше уберем. Ягоды уберите. Ягоды не... Они кислые. Детки, подождите, сейчас чай. Покуда вторую потащи. Да? Ладно, берем. Мы сейчас после чаепития поедем на роли с другом, кататься на роликах. И там, на может быть, попрыгаем, там побегаем, конечно. Ну, там да, детская пока площадка. Это уже как дети сами захотят. Так, а это что, ложку хочу? Давай я. Ой, вот, вот, вот это вот есть. И там мне тоже достаточно. Папа вот снимать влог, правда, не будет? Там да, какой влог мне там? Там некогда будет. Там будет это... папа учить там Сашу кататься на роликах. Ну, мы ролики купили Паше, вот он будет учиться. Да, но... Даша у нас хорошо катается, а вот так, Паша... Вероника, я тоже хорошо катаюсь, мне не надо учить. Я сама, мне папа учил. Это нужно елочка. Раз, два. Да, елочка. Так, да? Так и да, будете. Мы будем Пашу учиться. Мне тоже елочка. Мы, это именинница первая. Да, именинница, конечно, первая. Я подумала, что уже положу. А я не уверен, что он... А я попробую. Гагака. Юра съела. Гагака. Так, именинница, держи. Гагаха. Даша кушает гагаху. Так, теперь надо наши гости. Да. Опа! Ну это... Так, вернем на месте. На место, на место, на место. Тихо. Вот, спасибо. Держи. Да, не надо, я вот так. Если что, ложечку будешь подавать? Обезать. Конечно, тебе, кому же еще. Вероника, тебе хоть хватит? Ну, если это не хватит, именно такой хотел? Добавь, не подложи. Я всегда очень мало ем, я вообще торты не ем. Не любишь тортики? Ты не сладкоежка, что ли? Сладенькое не любишь? Как я только шоколадные торты люблю. Только шоколадные торты. А у меня есть сгущенные. Шоколадные конфеты, да, шоколадные тортики. Ну, это вот рубленый со сгущенкой. Нет, шоколадные конфеты не люблю. Это мой любимый торт. А вы знаете, тоже? Я люблю мороженое. Редиски. Редиску любишь? Ты, ты необычная девочка. Ты выбираешь не торт, а редиску, а как там... Морковку. Ну, я морковку ем, конечно. Я ее люблю. Ну, такой, как там... Где твоя ложечка? Репа. Редиски. Ага, репа. Ну, такие конфетки. А, редиски. Да, редиски. Редиски. Вот это я понимаю. Все, мы поняли. Это все ясно. Ну, я понимаю, ребенок. Не, мы риски что-то не покупаем. Смотри, у меня в 12 хорошо было. Дай ей эту деревянную. Да, папа, ты будешь тебя убил. Он недовольный. Что-то мне тут. Хотя только проснулся. Ну, не выспался. Ну, может, он не выспался. Ему бы еще поспать, конечно. Это, наверное, клюква. Ну, что-то да. Дай скажу. Ой, шептун маленький, а? Потом расскажу. Да? Вероника, ты в Дом творчества ходишь на какие-то занятия, на кружок что-то? Дом молодежи. А, Дом молодежи? Нет, Дом творчества. Да. А куда ты там ходишь? Театральную студию какую-то? Или куда? Угу. Дом творчества молодежи. Театральная студия «Бенефис». Да, «Бенефис». А. Я всегда... Мы уже подготовили, мы скоро будем на минус петь. Мама, будь всегда со мной рядом, мама, только не грусти, и меня за все, мамочка, прости.
Свет в окне, мы вместе, на душе светло. Мамочка родная, как с тобой тепло? Я молюсь ночами, чтобы ты жила, чтобы ты здорова, мамочка была. Жизнь подарила, мамочка моя. Больше всех на свете я люблю тебя. Я слышала этот клип в Ютубе. Мама будет всегда со мной рядом. Ну, молодец, молодец. Мы уже, ну, будем на следующее занятие на минус себе. А мы уже опять на минусе. А вы на что минус это значит, ну, на Даша, минус это значит. А ты можешь, а пчела и пчеловод, ну, Дашка там в своем репертуаре. Я пчела и пчеловод, а ты люби меня, нам не повезет и танцем унесет. Никто не узнает, куда пропадали, пчелы летают до утра. Он против, короче, лежать. Он просто тут это, песни-пляски, он немножечко это... Ой, я поплыкнула в камень! Он переживает. Ой, так, так, так. Кто такой? Может, я пойду с ним? А вы посидите? Кушай, кушайте. Тут просто сильно шумно. Кто тут? Кто? Всем спасибо, всем пока. Я что-то не понимаю. Ты что, ты что-то не стала дать, Даша? Дай. Даша, ты не выберешься отсюда. Ой, ну тебя не похоже. Ну, Дашка дает, именинница. У нас Даша обычно добавки даже просит. Я тоже как-то не хочется. Я так понял, вы играться, да, побежали? Всем спасибо, всем пока. Ну, еще один. Спасибо, всем пока. Все. Это что за чипите у нас такое? Они побежали в твистер играть просто. Вот и все, вот и весь ответ. Верник вообще ничего не съел. Ну так это же не риски. Не, ну вообще я удивлен, кстати. Я думал, детки слопают торт, а они побежали в твистер играть. Не хочет лежать, вообще не хочет. Ему что не дай, ни ложку не хочет, ничего, ни вилки. Не хочет. Ни поварёшки. Да, он как бы приторный. Сладкий сильно. Что? Это не сладкий торт, ты что? Это наоборот рубленый, он такой. Это а мне что-то сегодня кажется, что он сладкий. Тебе кажется, уверяю тебя. Ну ладно, я доем кусочек свой, конечно. Я-то свой, конечно, доем. И Паша даже, ну смотри, плохо поел. Ну, за девочками побежал, понятно. Даша побежала играть в твистер. И все побежали за Дашей. Да, все побежали за Дашей тут же. Даша бы сидела, все посидели. Да. Кстати, хорошо Верника поет. Да, я этот клип, кстати, видела. Да? Да. Там детки поют, группа какая-то. Про маму. Песенка. Угу. Хорошая такая. Песня мне понравилась. Нравится. Дашка, сколько лет ходит во все эти кружки? И что-то там у них смотрю... А у нас Даша тоже сейчас ходит в вокальную студию, они там песни поют. Пчеловек, вот они пчеловек. Будут выступать тоже вот скоро. Они сейчас под минус поют эту, не знаю, ну да, наверное. Они вот сейчас в юности в актовом зале с микрофонами под минус репетируют и поют вот эту вот песню. Ну и там разные поют, не только пчела, пчела. Ей нравится очень. Народ, кто знает, что мне с этим глазом сделать? Только блефаропластика поможет, больше ничего? Я уже узнавала по поводу этого века. Оно меня так напрягает что-то прям сильно. Вот я его чистотелом как сожгла, оно мне прям нависает на глаз. А столько блефаропластика, то это капец. Что, другого ничего нельзя делать? Кто знает. Что это такое вообще хоть? Блефаропластика это когда срезают вот так вот века, вот это вот лишнее убирают. И как бы его, оно получается как типа приподнимается. Ой, вот это вот. Ты согласишься, ну такое? Я всю процедуру не знаю, ну там капец жесть. Это под общим наркозом, по-моему. Я бы не согласился. Зачем все уродовать из-за какой-то навязчивой идеи? А ты понимаешь, что дальше будет больше? Это же как бы к старости века опускается все больше и больше. Ты у меня вообще закрой, то так я буду ходить. Да ничего тебя не закроет. Если оно мне сейчас-то уже закрывает. Чего тебя не закроет? Сожгла папилому чистотела. Мне глаз вот так разбарабанило. Я сейчас тут века. Все, капец. Тетя Пая. С каждым днем у меня что-то вообще как это. Барабанит и барабанит. Депресняк уже какой-то начинает. Смотри, тебе это века до ручки доведет. Да нет. Я думаю, может быть, для симметрии уже второй также сжечь. Давай. Было два одинаковых. Идеальное решение, кстати. Не надо никакой пластики тогда. Да.
Все в одинаковом. Просто тюбик с чисто телом и все готово. Я пушу недельку походи, да? Я помню, девочку знакомую встретила на улице после того, как я сожгла глаз. Она по-любому подумала, что мне муж фингал. Зарядил, зарядил, да? Под этот глаз. Ты бы мне плохо подумали-то, наверное. Ну, наверняка. И она говорит, что с твоим глазом? Я говорю, да вот, блин, с дуру чисто тело накапало себе навека. Да. Она, ого себе, ужас. Ну, так только Настя может. Настя и сода и диван почистила так, что его уже не, ничто не спасет. Это точно. Ой, не могу достать. Не могу. Настя у нас такая, нет бы что спросить, посоветоваться, она сразу лупит. Да, мама ни с кем не советуется. Ну, вон. Ой. Но так имеем то, что имеем. Или он нам приелся, мы в последнее время что-то часто стали брать. Почему-то вот в первый раз, ну как зашел. Я хочу гуся. Я хочу вообще мясо. Я хочу, не знаю чего. Целую. Ты хочешь новое веко и гуся, я понял. Я хочу мясо в духовке. Сочное, чтобы такое капало с него прям. Барана или свинью, чего-нибудь. Свинья. Ты же свинину не ешь, ты че, вообще что ли обалдела? Да, свинину не ем. Такое сочное. Так, Леша, это что такое вообще? Вот, вот так вот сидит. Это что такое? Это что такое? Тебя, ты хочешь баттерфляем, что ли, поплавать? Да, давай. Он прям хочет. О, не, он, я понял. Он хочет встать и побежать. Побежать. Дети, вы точно не хотите больше чая? Нет. Нет. Вот я надо дыкать. Верника, садись, может, допьешь? Нет. Детка. Вот он. Жужжаешь. Смотри, если что, заходи. Угу. На чаек. Ну, вообще, с сегодняшнего дня я такая вот пошла, вот так ноги подняла, я вот такая побежала, хотела вот так ноги сделать, и на, у меня поднялись ноги, я хотела на ноги вот так встать, а у меня получилось, я упала, мне руку вот так сделать, и все больно было. Ну, пройдет, ну, ничего, да, главное, что ты целая осталась. Ника вообще без комплексов, кстати, девочка такая. Ну, это же хорошо, да, не стесняться. Совершенно, вот я действительно в театральную студию куда-то вот прям хорошо, может, актрисой станет, глядишь. Прям с любым человеком, мне кажется, заговорит. С незнакомым. Что такое? Очень коммуникабельная девочка. Ну-ка рассказывай. Ну-ка делитесь. Ты что, мне его выхватил? Или он к тебе пошел? Он ко мне по. Что-то я не заметила, как это произошло. Выскочил. Выскочил. Да. Телепорт. Он вообще говорит, вы отнесите меня в зал. Давай. Там мои братишки, сестренки. Не, он крики не любит. Веселье слишком. Идет. Тут за столом-то тут крики, да, были. Нам доедать и ехать, уже время. Да, поджимаю. Мы же сейчас, мы с Лешей дома остаемся, ну, сами понимаете. Ребеночек маленький, а папа у нас вот с детками едет развлекаться. То мама Вероники чуть попозже подъедет. То есть одну отпускает, но потом подъедет. Проконтролировать. Вот. А потом домой. Ну что, дорогие друзья, будем заканчивать это видео с ума-сэцией. Ну что, прощаемся? Да. Пока-пока, до новых встреч, скоро увидимся. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии.